Имхо сейчас, имхо. Билл Гейтс собирается уничтожить 7 миллиардов человек, типа, в будущем. Есть такая конспирологическая информация. Как вы думаете, может быть, он хочет уничтожить? Может, если бы он родился красивым человеком, допустим, да, как этот, который там пострелял в Америке людей и страдал с синдромом Аспергера. Если бы он родился просто красивым человеком, и за всю жизнь ни одна американка, они все бы находились с какими-то чудовищами. Если бы вот он был и чудовище вокруг, и все красивые американки выбирали бы только чудовищ. Вы думаете, он бы не захотел, не вырос бы вот с желанием уничтожить все население Земли, оставить только 1 миллиард там, или вообще же, может, он хочет все уничтожить? Так вот, вы не думали об этом? Я не знаю, может, я ошибаюсь, может, у него дофига денег, девушек. По-моему, у него нифига нету девушки даже. Может, он не любит девушек. Тогда ему вообще хорошо. Очень даже хорошо, потому что девушки не любят таких парней, как Билл Гейтс, как Александр Ленин, как еще кто-нибудь там. Они любят Мне даже друг сказал, один Леха Фирсов, как-то давно, много лет назад, что у каждого гопника есть девушка. Вот, казалось бы, он заметил такую вещь, что у каждого гопника, ну, у нас засилие гопников было в 2000-х годах особенно. У каждого гопника есть девушка, у каждого. Он такое сказал. Да тоже вам на заметку. А сейчас гопники, я не знаю. Сейчас тоже засилие гопников, но, наверное, уже не такое, а может такое же. Короче, хрен вообще с всем этим. Короче, я одно скажу. У Александра Ленина никогда ни одна девушка вообще... На 100 тысяч человек в городе и 1 000 000 человек в Красноярске. В Красноярске только в одном. А в Красноярском крае еще больше. Ни одна не любила. Больше 1 000 000, там сколько их там, 500 тысяч человек. Ни одна не любила никогда в жизни Александра Алёнина. Никогда. И не любит. И никогда не полюбит. Никогда в жизни. Особенно русская девушка. Особенно русская. Такая же, как я. Это тоже русский человек. Ни одна. А другая национальность, тем более, может, они полюбили мое искусство там, но они любят обычно друг друга, девушки такие, которые без высшего общества, ну, зачастую. Они не любят парней, ну, или любят какого-нибудь, ну, не точно не меня. Короче, никто не любит меня. Я всегда один здесь, черт возьми, я всегда мучаюсь. Мне очень плохо. Это просто поразительно. На самом деле, в Японии такая же ситуация где-то примерно, наверное. Только полегче, конечно. Но в России это катастрофическая ситуация, по-моему. Но здесь чисто плодиться будут, как говорил Володя Батхёртов, отморозки, которых на убой просто пустят. Все. Государство. Военная пропаганда, против которой выступаю, за которую я поплатился. Во-первых, кашлем хроническим, а во-вторых, ну, россиянка, благодаря россиянке доброй, она, вместо того, чтобы сказать, молодец, она на меня наорала, выплеснула всю свою ненависть, прокляла меня. Ну, добрая россиянка обычная, с шапкой такой дебильной. Шапкой, как будто она гопница, и она шапку так специально надела, чтобы как гопница 90-х выглядеть. Очень умная. Простите за негатив, просто я не знаю, что со мной не так. Просто все, что я рисую, все, что я делаю, это бессмысленно, потому что через 50 лет здесь уже не будет этой цивилизации, ну, всего вот этого не будет уже. Мои картины, что сделают с ними? Их выбросят, сожгут. Выбросят просто. Зачем зажигать картины? Просто выбросят. Китайцы придут или еще кто-нибудь выбросит.
другие народности или еще кто-то. Как это не моя цитата, это цитата учительницы, директрисы Сибгау, которая знает историю офигенно, знает вообще, она может предсказать, в принципе, что она много знает. Чертово государство это оно проводит такую политику. Собаки там лают друг с другом. Мама с бабушкой лают друг с другом, когда в машине едут. Отец, когда подвозит. Это нормальная традиция русских. Россиян. Точнее, россиянок. Не русских, а россиянок. А я в кузове еду в это время, где меня трясет, а у меня макулодистрофия. Ну, кто я такой? Я аж просто отброс.